Привет, красотки! С вами Марина Джинджер. И сегодня у нас рубрика «Азия», в которой мы рассмотрим несколько няшек из Кореи. У меня сегодня три продукта, и если вы досмотрите это видео до конца, то вас точно повеселит и обрадует одна очень интересная маска, от которой я просто в восторге. Первый продукт, который мы рассмотрим, это Goodbye Blackhead масочка, которая наносится на нос, на крылья носа, на спинку носа и удаляет черные точки. Это некие накладочки из 100% хлопка, пропитанного смесью лекарственных травок, то есть это не кислотная маска, это маска на травках, которая очищает вашу кожу и удаляет комедоны, да, то есть черные точечки. Данная маска очень крута тем, что она подходит для чувствительной кожи за счет того, что кроме лечебных травок здесь ничего нету, нету никакой кислоты, а маска не раздражает кожу, поэтому вы спокойно можете использовать ее, даже если у вас есть какие-то локальные повреждения или у вас чувствительная кожа. Значит, как работает эта маска? Вы открываете упаковочку, достаете масочку из упаковки, наносите на нос вот таким вот образом и оставляете на 15 минут. Дальше, значит, 15 минут занимаетесь своими делами. Через 15 минут берете этот, назовем это так, ватный диск, снимаете с носа, выкидываете. Если у вас есть зеркало с увеличением, то вы увидите, что на поверхности вашей кожи есть некоторые выделения. Да, это те самые комедоны, которые вышли наружу. Их нужно удалить ватной палочкой, которая на самом деле прилагается к этой маске от комедонов. Удаляете все вот эти выступившие комедончики с поверхности кожи, протираете каким-то очищающим средством, все, вы готовы к выходу. Действительно, я как раз сегодня использовала эту маску, опробовала ее, мне очень понравилось. Действительно, никакого раздражения, ничего не щипит, ничего не болит. Просто незаметно для вас походили 15 минут и вуаля, комедонов больше нет. Следующее средство – это так полюбившееся всем патчи под глаза, золотые патчи под глаза. Это гелевые патчи, которые необходимо наносить вот на эти наши зоны, да, под глазами, нижнее веко. Для чего вообще используются эти патчи? Первое – это увлажнение, второе – это осветление, да, то есть если у вас есть какие-то темные круги под глазами, подходит. Третье – это профилактика морщинок. И четвертое – это отечность, да, то, с чем многие из нас знакомы не понаслышке. На ночь что-то покушал, попил, с утра встаешь, отекшее лицо, особенно вот эта вот зона нижнего века. Патчи наносятся минут эдак на 15-20, можно даже на полчаса. И рекомендуемый курс – это 5-10 дней вы наносите патчи каждый день и далее повторяете эту процедурку 2-3 раза в неделю. Что хочу сказать, на самом деле действительно опробовала также сегодня эти патчи. Не зря это хит продаж, не зря они так всем полюбились. Действительно устраняет темные круги, какие-то припухлости локальные. Устраняет действительно неплохо. Никаких болевых ощущений нету, вообще никаких ощущений нету, да, они достаточно беспроблемно клеятся кожи, при том, что там нету никакого клея, там за счет геля это все держится совершенно спокойно на нашей с вами коже. Пока вы занимаетесь своими делами по утрам, например, патчи действуют, патчи работают. Через 20-30 минут сняли патчи, все отлично, свежий взгляд. А вы все знаете, как это важно, да, чтобы веки не были припухшими, сразу взгляд свежий, взгляд открытый. Ну и плюс, конечно, профилактика возрастных изменений, это всегда правильно, да, проще предотвратить, чем потом лечить. В общем, патчи мне тоже очень понравились. А особенно мне понравилось, что они золотые. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Очень симпатичные, они так переливаются, блестят, просто потрясающе. И третий продукт, тот, о котором я говорила в начале видео, это очень интересная кислородная пенящаяся грязевая маска. Что входит в состав этой маски? На самом деле состав здесь достаточно обширный. В состав входит
угольный порошок, глина, термальная вода, экстракт зеленого чая, растительные экстракты. Маска очень интересно чем прежде всего выглядит. Она как обычная грязевая такая сероватая масочка. Вы наносите эту маску себе на лицо, и через какое-то время маска начинает пениться. Она становится объемной. То есть я, честно говоря, продержала так, как и требуется по инструкции 3-5 минут, но, честно, мне хотелось продержать дольше, потому что мне было интересно, насколько еще она вспенится, насколько еще объемной, большой на моем лице она станет. Достаточно забавно, то есть просто даже ради развлечения такую маску купить. Но я хочу вам сказать, что на самом деле, помимо развлечения, у маски ярко выраженный очищающий, увлажняющий эффект. И плюс она сужает поры. Все три продукта, которые я сегодня опробовала и о которых я вам рассказала, все три продукта мне действительно понравились. Я не жду от этих продуктов какого-то прямо фантастического, сказочного эффекта, потому что это, конечно, это не космецевтика, это косметика, но она достаточно натуральная, это огромный плюс. Она недорогая. Всю информацию о том, где можно приобрести эту косметику, смотрите под этим видео, все ссылочки даны. Цены достаточно низкие, человек проверенный, поэтому я думаю, что вам понравится. Плюс там куча еще других продуктов. Как известно, Корея и вообще Азия сейчас впереди планеты всей, поэтому пробовать можно бесконечно. А как корейцы заморачиваются над упаковкой, да, это вообще потрясающе. Просто все с какими-то свинками, котиками, все какими-то улыбочками, счастье, радость, цветы, животные. В общем, очень интересные есть упаковки. На самом деле я буду продолжать тестировать другие корейские продукты, рассказывать вам об этом регулярно, потому что пока мой опыт достаточно позитивный. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы или вы просто хотите со мной пообщаться, то подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, а также на мой Инстаграм. Я всегда стараюсь отвечать своим подписчикам, достаточно активно с вами общаюсь. А также не забудьте подписаться на мой канал в YouTube Ginger Box и следите за обновлениями. А с вами была Марина Джинджер, и до новых встреч. Всего вам самого красивого. Пока!